привет, я Дима Копий. Я все еще в Харькове на финале 8 Кубка Украины по футзалу. Сегодня у нас финальная игра. Вот осталось буквально считанные минуты до игры. Я подъезжаю к дворцу спорта «Локомотив». Вот, был у друзей. Хочу сказать, что Харьков безумно гостеприимный город. Я обожаю людей, которые здесь живут. У меня здесь множество друзей. Они не хотели отпускать. И даже вот говорили, что может тебе не надо туда ехать, оставайся, побудь с нами, проведи еще немножко времени. Видимся очень редко. Вот, но надо ехать. Все-таки событие очень серьезное, очень важное, интересное. Встречаются «Локомотив» и «Хит». Я думаю, что будет очень интересная игра, несмотря на то, что «Локомотив», конечно же, явный фаворит в этом противостоянии. Ну, думаю, что «Хит» попадается. Достаточно много в команде опытных игроков. И будет очень интересно. И вот мы уже, в принципе, на подъезде. Посмотрим. За 20 минут до игры, до финала Кубка Украины, идет предматчевая разминка. Вот команда «Локомотив» уже размялась. Что интересно, Евгений Рывкин так сосредоточенно ходил из стороны в сторону. Видно напряжение в его действиях. А вот, например, тренер команды «Хит» Олег Лукьяненко абсолютно спокоен. Дяденька, достань коробчик. Да ну, ну скільки можна оце казати? Я ж про це ще, я ж не можу на якісь там... Ладно, давай официально. Сьогодні фінал, прогноз, можеш прогнозувати? Ну, прогноз взагалі діло неблагодарне, якщо на то пішло. Який буде матч? Матч буде, я думаю, дуже цікавим і напряженим. Я думаю, найцікавіший із всіх, які були в фіналі 8, іменно сьогодні. І не ошибусь, якщо скажу, що буде рівна боротьба, в всякому випадку, по початку так точно. Ну, є ключовий момент, опит «Локомотива», це «Локомотив» чемпион, поэтому, конечно, он выделяется. Ну, подожди, в «Хите» тоже есть опытные игроки, Чебарнюк там. Лысенко, безусловно, конечно. Вот поэтому я говорю, что будет очень интересный матч, но все-таки давайте дадим должное и регалиям клубов, да, потому что «Хит», да, полуфиналисты, уже есть финал у них в активе в клубной истории, но «Локомотив» все-таки только один чемпион Украины и действующий чемпион. Ставишь на фаворит? Ну, облез облишь, положение обязывает. Если на то пошло, конечно, ставлю на фаворит. Спасибо. И посмотрим, что происходит буквально за пару минут до начала матча. Посмотрим на напряжение арбитров. Получается, что у нас футболист вот этот поднимается высоко, подтягивает всех, и туда идет вот такая складная, это не успевает. Здесь мы компактность. Подсказывают активно его встречать, а вот от середины его и встречают. Он середину вообще не дает. Он будет подниматься. Он не дает. Компактнее подниматься. Компактнее.
пока-пока, скажем. Пока-пока. А вас как зовут? Макар. Макар Дмитриевич. Поздороваешься? Проспал весь день. Это Федя, да? Это не Макар Дмитриевич. Закончился финальный матч. Вообще финал 8. Был очень классный, напряженный финал. Немножко хита не хватило. Не хватило то ли сил, то ли опыта. Сопротивление хита оказалось очень достойное. Особенно это чувствовалось в первом тайме. Во втором, конечно же, немножко класс Локомотива сказался. Или просто больше команда осталась сил. Вот. Но Локомотив заслуженно победил. Нам, кстати, Анатолий Подвойский хочет вмешаться и добавить, за счет чего Локомотив победил. Ну, чуть выше класс игроков и, естественно, все-таки чуть выше физическая готовность у команды превосходят. Именно один мой знакомый тренер когда-то сказал, футзал начинается после 35-й минуты. Вот где-то ближе к этому отрезку времени Локомотив достиг того преимущества, которое предопределило победу команды в Кубке. Ну, как ты оцениваешь, хит достойно сыграл? Супер. Я это отмечал в репортаже неоднократно. И уже во время награждения эта команда, не знаю, это неправильно. Кто там меня может, руководители киевского команды услышат, это неправильно, что команда играет в первой лиге. Это не ее место. Она была бы играла в экстралиге, она сейчас бы боролась за призовые места. Очень хорошая команда, чувствуется работа Олега Лукьяненко, растут футболисты. Дмитрий Медведь, я его помню еще, когда он играл в Метрополитене, он здесь прибавил. А Игорь Барсук, это, к сожалению, немножко не доработала наша ассоциация. Если бы был титул MVP финала 8, Игорь Барсук номер один. 5 забитых мячей, 2 падения через себя. Ну, даже президент отметил, президент ассоциации футзала Сергей Владыков в своей поздравительной речи отметил. Я слышал, Игоря. Ну, не помешало, согласитесь, был МВП, да. Финала 8, Игорь Барсук номер один. Давайте представим, что есть такой трофей. Несмотря на то, что обычно там дают это из команды победительницы, но Игорь был великолепный. Это открытие турнира. Да, он хороший пляжник, то, что увидел, но... Что думаешь, может его кто-то перекупит? Да нет, ну, я думаю, что он на своем месте, в своей команде, партнеры, тем более он капитан команды, он на своем месте. Ну, нужно команде этой трости. Команда должна, если она еще на год-два останется в первой лиге, это может скиснуть футболисты. Должен быть у футболистов стимул, спортивный стимул. И там и подтянутся где-то из Киева лучшие молодые футболисты в эту команду. Много возрастных, есть перспектива этой команды, нужно только развиваться. В общем, желаем хиту, да, играть. Спасибо за в этот финал. Это был, я много финалов видел за последние годы. Украшение, один из лучших финалов. Ну, я помню хит год назад со скидкой, с Манзана играл, прошу прощения. Ну, немножко это было, хотя там тоже был третий матч, но это был ни в какое сравнение идет. Наверное, где-то сделаны были выводы Олега Мукьяненко после прошлого года. Возможно, на физиках подработали. Оля, звонят, говорят, чтобы ты заканчивал. Да. Разговорился. Спасибо за такой комментарий, обширный. Все-таки Анатолий у нас один из самых таких лучших экспертов. Лучший эксперт, он мне подсказывает, да, лучший в стране эксперт по футзалу. Спасибо, Анатолий. Спасибо, Дмитрий.